Помню, мы сидели у него на кухне, пили чай. Пришел, значит, Никита Михалков. Он жил на 2 этажа выше. Он приехал только что из Тегерана, рассказывал про шаха, про шахиню. Никита ушел, Володя проводил, закрыл за ним дверь, вернулся на кухню и говорит: смотри, как талантлив собака, да? Все наврал, а как интересно.